Три точки тире – это позывные «Жасмин», а позывные «Восток ФМ» – лето, солнце и тепло. Да что там тепло, жарко. У нас прямо сейчас в студии будет жарко, потому что к нам заглянул гость, звезда Востока – Аслан Гусейнов. Здравствуйте, здравствуйте. День добрый. Кстати, дорогие слушатели, у вас прямо сейчас еще есть время, возможно, задать Аслану свой вопрос. Это может сделать в нашей группе ВКонтакте. Заходите быстренько, там мы фотографию красивую Аслана разместили. Да, моложавый Аслан. Моложавый. Можете в комментариях быстренько-быстренько спросить. WhatsApp, Viber, пожалуйста. Я сразу же, ну, во-первых, с огромной радостью снова встречаюсь с Асланом. Не могу забыть, знаете, какой момент? Закулисье концерта «Звезды Восток ФМ». Записываем всех артистов, все нам поют вживую. И Аслан делает вот экспромт прям сходу, сразу, что-то там вот про на свою песню, но про «Восток ФМ». Ну, как быстро сочиняются песни, тоже так же? Ну, это все вот вдохновение, так. Видать, вы все меня вдохновили, и это быстро сочинилось. Ну, обстановка была такая, да? Очень, да, добрая, теплая, веселая, все знакомые, любимые лица, коллеги, и вы все работающие. Слушатели. Работники, слушатели, слушатели, да, и те, которые вообще ценят и уважают наш труд, в том числе мой, поэтому было приятно. Весь вдохновленный ходил за кулисы. Тем более для меня это был как дебют, как исполнителя на масштабном концерте, поэтому особенно себя чувствовал в этот день.